Всем привет! Мое видео о Glambox Brazil. Бразилия. Только что сделала видео на португальском языке. Кто хочет посмотреть, можете посмотреть на моем бразильском канале. Точнее, на моем канале на португальском языке. И также хотела вас спросить, если вы хотите, чтобы на этом канале были видео на португальском языке. Я могу все видео загружать только на один канал, не разделять их на два канала. Итак, моя коробка. Glambox. Это моя первая коробка в Glambox. И она меня уже порадовала, потому что эта коробка рождественская. Сейчас декабрь, будет Рождество 25 числа. И она пришла 14 числа, что очень порадовало, потому что обычно приходит на последнюю неделю декабря. И она красная, не черная, как обычно, и с золотым бантиком. Давайте посмотрим, что в ней. Она была с такой белой бумажкой. Внутри было очень много листовок. Не буду их показывать. Единственное, что здесь было, что необычно, это скидка 25% на сайте. Этом сайте olu.com.br. 25% off на на аксессуары, обувь, все, и сумки, по-моему. Но мне там ничего не понравилось, поэтому я там ничего заказывать не буду. Так, итак, приступим. Первое, что пришло, это... Что меня очень порадовало, что было 5 продуктов, из них 4 full size, то есть большие, да? Здесь бразильянки все время постоянно в видео жалуются, почему пришли пробники, что такое, это не окупается моя цена. Но это есть как бы цель этой компании, да, этих коробочек, бьюти-коробочек, чтобы только прислать пробники, да. Но я так думаю, что они смотрят видео бразильянок, которые возмущаются, что им приходят пробники. И они кладут как можно больше full size, размер, полный размер, да, продукта. И сейчас было 4, что очень меня порадовало. Значит, это марка Avene. Включили свет. До этого не было света, потому что дождь. Это марка Avene. Она французская, но я, честно говоря, о ней ни разу не слышала в России. Здесь она пользуется популярностью, как я смотрю. В общем, это солнцезащитное молочко. Оно жидкое, как молочко. И солнцезащитное 50. Не понравилось то, что 50, потому что я не буду его использовать. Потому что это очень высокий для меня защита. Я не получу никакой загар тогда. Но когда я пойду на отдых, я его буду использовать в первый день, потому что чтобы моя кожа привыкла. Так как когда я первый раз прилетела в Бразилию, мой молодой человек купил мне 50, потому что я была вся белая абсолютно, я приехала из зимы русской. И я сказала, зачем я буду мазаться 50, это вообще это для меня очень много. И я вообще не намазалась ничем и пошла загорать. Я была цвета, как эта коробка, примерно. Вот, поэтому сейчас я учту мои прошлые ошибки и буду мазать в первый день загорания на солнце. В общем, такое молочко. Второе тоже пришло в full size, да. Марка SVR Laboratory Hydracid Lift. Я не знаю, как говорить правильно марки, поэтому простите меня. Это тоже французская марка. Тоже первый раз о ней слышу. Вижу ее вообще в своей жизни. Но самое популярное это Виши, да, которые я знаю, и Ля Роше. Вот. Это сыворотка от мимических морщин. Я вчера нанесла ее. Кожа была гладкая, когда нанесла. Они говорят, что за неделю приема этой сыворотки ваше лицо становится гладким. Намного глаже. Посмотрим. Тоже понравилось, потому что большой. И цена его 135 реалов.
Коробочка стоит 50 реалов. Это примерно 800 рублей. И цена этого средства 135 реалов. Это больше, чем около 2000 рублей. То есть вот эти два средства... Ну, то есть только это одно средство уже купило всю коробку. Мы посчитали, что вся коробка вышла на 300 реалов, а заплатили мы за нее 50. То есть в 6 раз больше. Я не знаю... Ну, все хорошие продукты. Я не знаю, наверное, такой подарок на Рождество. Это тоже full size. Масло. Nano Oil. Body and Hair. Body and Hair. Масло для волос и для тела. Я его нанесла только на волосы. Это мои волосы просто после душа, без фена, без ничего. И нанесла это масло. Мне очень нравится результат, волосы становятся мягкими. Только единственное, нужно его не переборщить, да, потому что это масло, чтобы волосы не были тяжелые. Мне тоже очень понравилось. Это здесь есть органовое масло Light. Тут написано Light, написано органовое масло. То есть сейчас оно очень популярное, конечно же. В каждом магазине можно встретить все. Написано орган, 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 орган. Все на органовом масле. Но не знаю, насколько это правда. Следующее, что меня очень порадовало, тоже, что я просто влюбилась. И вся коробочка от этого была такая вкусно пахнущая. Это мыло. Роже. Ну, буду читать по-португальски. Рожер и Галит. Галич. Тоже французская марка. Но имя... Да, имя мыла Шизо. Шизо, я не знаю. Но пахнет оно... Я вот сейчас на расстоянии чувствую его запах. Очень вкусно. Пахнет очень вкусно таким, я не знаю, цитрусовым, жасминовым. Очень вкусно. Я положу его... Здесь очень распространено класть мыло в шкаф. Я положу его в шкаф, чтобы моя одежда вкусная. И последнее, что пришло, называется Cool Towels. Это, так как сейчас лето, очень жарко, и всегда хочется охладиться. И это охлаждающее полотенце, одно только одно здесь. Я думала, это много салфеток, но это только одно полотенце. Тогда ты можешь взять с тобой на пляж, на... в академию, в спортзал, и там себя освежить. Очень хорошая идея, я думаю. Это новый продукт для меня. Все, и коробочка была с таким вот, с такой мишурой красной, все очень красиво, меня очень порадовало. И надеюсь, что вам понравилось видео. Всем спасибо, пока!